Добрый день, дорогие участники. Очень рада вас приветствовать на этой замечательной конференции. И тема моя – это роль родителей в самоопределении подростков. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас родители подростков? Ну, подростки где-то это от 12-13 лет. Есть. И для кого тема самоопределения актуальна? Да, вот, угу, хорошо. А самоопределяться будем в жизни, в профессии прежде всего, в деятельности. Хорошо, отлично. Расскажу немножечко о себе. Я профориентолог, коуч, занимаюсь профессиональной ориентацией с 92 года. Как раз именно тогда я поступила в аспирантуру Российской академии образования и как раз диссертацию защищала именно по теме профессиональной ориентации. А когда я уже 10 лет назад получила коучинговое образование, то вот уже 10 лет внедряю коучинг именно как один из методов профессиональной ориентации. На данный момент я являюсь руководителем и ведущим проекта «Мастерская самоопределения» в Детской академии успеха. Мы находимся в Москве. Как раз я здесь тренинги веду для подростков по самоопределению и тренинги для родителей как раз о том, как родители могут помочь подростку в самоопределении. И параллельно провожу, также занимаюсь научной деятельностью, являюсь экспертом в государственной программе «Стратегическое управление талантами» в Республике Татарстан до 2020 года. И вот в прошлом году как раз мы с коллегами написали две книжки, я как раз соавтор вот этих обеих книжек. То есть одна это по лучшим мировым практикам по выявлению талантов. И вторая книжка – это как раз навигатор для родителей именно по самоопределению. В продаже этих книжек нет, но я думаю, что они есть на сайте этой программы, и если кто-то может там покопаться, я думаю, что там должна быть библиотека. И почему вот эта тема самоопределения, почему я вышла на тему самоопределения именно как бы для родителей? Потому что ну, какое-то время, вот скажем, было десятилетие где-то 90-х годов, когда ну, были соответствующие экономические условия, и эта тема не была достаточно актуальной там, как-то вот все было намного сложнее, а сейчас эта тема стала активно развиваться, стала модной, популярной, много тренингов возникает, много различных курсов и так далее, и такая вот есть некая эйфория, что у нас с этим все хорошо, но вот в практиках показывает, что есть некие проблемы и, может быть, даже некое недопонимание, скажем, вот значимости этой темы, из чего вообще важно в этом смысле начинать. Вот посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, как вот вы его понимаете. То есть здесь вот такие четыре слова. Самоопределение, кто я, самореализация и свобода. Что вам это говорит? И говорит ли вообще? Так, пока вы мне говорите, я как раз прочитаю комментарии. Как раз сын сейчас стал в тупик, кем ему быть, снизилась мотивация даже на учебу. А сколько лет сыну? Так, самоопределение как шаги к свободе. Угу. Это в одном и том же, найти свой путь. А, 13,5 лет. Ну, как раз возраст такой, да, когда он уже задумывается. В тупик еще встанет не один раз, это нормально, это естественно. Хорошо, значит, смотрите. Когда мы говорим о самоопределении, то как раз самоопределение отвечает на вопрос «кто я?». И, соответственно, кто я как личность, да, то, кто я как член социума и кто я как профессионал. И мы как бы подразделяем три вида самоопределения. Это личностное самоопределение, жизненное самоопределение и, соответственно, профессиональное самоопределение. То есть в этой ситуации как раз очень важно понимание, что самоопределение, оно ведет к самореализации.
И что в этой ситуации важно? Что человек чувствует себя реализованным только когда ему удается не только удовлетворить свои насущные потребности, да, но и проявить свои таланты, знания, способности, свои навыки. То есть когда ему удается как проявить себя и показать, на что он способен. И, соответственно, в этой ситуации самореализация невозможна без свободы, потому и слово самореализация, что реализуюсь сам. И вот это состояние свободы, оно необходимо. Соответственно, когда мы говорим о самореализации, то мы предполагаем, что человек сам выбирает ту сферу, в которой он реализуется, а не кто-то за него решает, где он должен реализовываться и где он должен применять свои таланты. И вот это очень важный момент, который, я считаю, является основополагающим для того, чтобы донести его до родителей. Потому что цель самоопределения конечная какая? Помочь человеку реализовать свой потенциал. А для того, чтобы реализовать свой потенциал, подростку, когда он выходит во взрослый мир, необходимо будет освоить две главные роли. Я организатор своего собственного успеха, и я организатор своего собственного продюсирования и продвижения. То есть он должен четко понимать, что никто его за ручку не возьмет, никуда не приведет, продвигать по карьерной лестнице не будет. И если он хочет в этом мире состояться, если он хочет себя проявить и показать, то это прежде всего только в его интересах. Да, в школе родители еще в какой-то степени водят его за ручку, еще его направляют, еще помогают, но потом он должен будет уже проявлять себя сам, без чьей, ну, либо, без чьей-либо помощи. Поэтому свобода здесь как бы в том плане, что свобода именно действий, свобода выбора. И это вот очень важно, вот эти две главные роли, когда мы говорим о том, что здесь вот очень важно проявлять самостоятельность, и нужно как бы четко определять, где и что ты будешь делать, то есть быть и как бы сам себе режиссер фактически, и сам себе продюсер. И здесь, конечно, очень важно как бы донести это до родителей, потому что сейчас есть такая тенденция, что дети позднее взрослеют, что мы наблюдаем о том, что дети достаточно инфантильны, и очень часто в 11 классе вот наша родительская забота, наша опека доходит до того, что даже в 11 классе ребенок не понимает, что в принципе он уже становится взрослым, и ему уже надо будет делать какой-то выбор. Он к этому выбору просто-напросто не готов. И в этой ситуации первым наставником, да, то есть первым человеком, который должен донести эту мысль до родителей, до подростков, как раз являются родители. Ну, вот тот человек, который поможет, тот человек, который поддержит, тот человек, который научит проявлять себя с максимумом эффективности. То есть это не тот, кто просто передаст какие-то знания, да, а вот именно тот, который научит проявлять себя, тот, который которым опять-таки доверяют, чье мнение значимо. И в этой степени, конечно, можно сказать, что и успех, и счастье ребенка, о чем, конечно же, думают прежде всего родители, именно зависит от того, как сами родители смогут помочь ребенку реализовать их таланты и развить их в будущей деятельности. Ну, о том, что иногда позднее взрослеют родители, но это уже к людям, которые занимаются воспитанием родителей. Иногда, может быть, им необходимо взрослеть вместе со своими детьми. Мы же тоже много всего получаем именно как бы через взаимодействие с детьми. О роли родителей в профессиональном самоопределении в свое время говорил еще один из основоположников отечественной профессиональной ориентации, Евгений Александрович Климов. Как раз вот многие тесты на выявление сферы деятельности пригодной, там, помните, там, человек, 5 сфер деятельности, человек-человек, человек-художественный образ, человек-природа, человек-техника и так далее. Вот как раз ими
как бы его тестами до сих пор пользуются все профориентаторы, то есть различные компании, которые занимаются профориентацией. Так вот, он в свое время выделил 8 главных факторов, которые необходимо учитывать при выборе сферы профессиональной деятельности, то есть при выборе направления будущей, как бы будущего развития. Да? То есть это склонности, интересы и способности, с одной стороны, а с другой стороны, мнение родителей. То есть 8 факторов, и вот среди них мнение родителей, мнение семьи, и потом мнение друзей и сверстников, ну, потому что очень часто у детей, вот именно в подростковом возрасте, общение со сверстниками является как бы основной ведущей сферой деятельности, и в школу, как правило, они уже ходят не для того, чтобы учиться, а, как правило, именно ради общения со своими сверстниками, потому что им там безумно интересно. И опять-таки, другой очень важный момент – это уровень притязаний, то есть это уровень ценностей и информированность о мире труда, профессии, о способах трудоустройства и так далее. И, соответственно, информация о потребностях рынка труда, о том, какие профессии будут востребованы, о динамике и законах функционирования рынка труда. И вот уже на основании вот всех вот этих факторов уже составляется личный профессиональный план, где поэтапно прописывается, что, как и где происходит. То есть к чему мы стремимся, формулируется цель, формируются ближайшие цели, что мы можем сделать уже сейчас, и поэтапно уже основные шаги как бы на определенное, скажем, количество времени. Но какой интересный момент происходит в последнее время? То есть мои личные наблюдения, а также как бы наше совместное исследование с коллегами из Российской академии образования, то есть когда я в свое время работала ведущим научным сотрудником лаборатории жизненного профессионального самоопределения, мы проводили опросы среди участников, учеников 9-11 классов и спрашивали, что повлияло на ваш профессиональный выбор. И посмотрите, 45% ребят, да, ответили, что фактически выбор за них сделали родители. То есть родители буквально сказали, вот ты будешь экономистом, ты будешь педагогом, ты будешь спортивным менеджером и так далее, и поступать мы будем вот в такие-то институты. И всего лишь 13% детей написали, что они свой профессиональный выбор сделали сами. То есть до этого вы помните, да, я говорила, самореализация и свобода, и самоопределение, и что мы имеем на самом деле сейчас. Как бы о свободе, о самореализации, как бы, и об успешной самореализации фактически могут говорить только вот эти самые 13% детей, которые сделали сами свой собственный выбор. А за 45% выбор сделали родители. И на самом деле многие психологи подтверждают, что в последние годы как раз самооценка и выбор подростков в большей степени зависит от родителей. И, соответственно, когда мы говорим о самоопределении, очень важно начинать эту работу как бы не с детей, да, не профориентировать детей, а как бы говорить о значимости самостоятельного самоопределения именно с родителями. И вот еще очень важный фактор, тоже опять-таки на заметку родителям, что подавляющее большинство детей не владеет информацией о профессиях, востребованных рынком труда. Ну или вообще как бы знание о профессиях, оно очень-очень незначительное. Даже когда я веду тренинги для подростков, и у нас там различные игры, различные виды деятельности, где мы обыгрываем мир профессий, и среди них есть задание просто «кто больше назовет профессий», очень часто это вызывает большие затруднения. То есть дети, мы требуем от детей, чтобы они учились хорошо, они много знали, но вот казалось бы, то, что им пригодится непосредственно в жизни, об этом вообще очень смутное знание, как бы очень смутное понимание, а, собственно говоря, ради чего они учатся и как бы что их ждет в будущем. И здесь очень важно посмотреть на то, что именно определяет готовность подростка к самоопределению. Как мы узнаем, что ребенок готов? Здесь важно учитывать 4 составляющих. Прежде всего, это ценностная ориентация, то есть это те ценности, которым невозможно научить. Ценности
формируются, ценности воспитываются. И, как правило, это все идет из семьи. То есть именно как дети смотрят на вас, дети смотрят на то, что важно для их родителей, и, соответственно, живя в семье, формируется их ценностная ориентация. Если ребенок не может сформулировать свою цель профессионального самоопределения, то есть что он хочет делать и кем он хочет быть, то как бы о готовности тоже не может быть и речи. Опять-таки, третий момент – это информационная поддержка. То есть это и пути продолжения образования, то есть формирование траектории карьеры, и как бы информация о профессии, трудоустройстве, перспективах развития карьеры. И очень важно, вот это архиважно, это наличие практического опыта и компетенции. Как раз сегодня предыдущие спикеры говорили о soft skills, да, то есть это как раз вот то, о чем сейчас говорят все HR, то есть soft skills – это такие универсальные компетенции, которые необходимы любому профессионалу, который выходит на современный рынок труда. И как бы есть пять компетенций, которые сейчас особенно востребованы. Это критическое мышление, это решение проблем, это креативность, это эмоциональный интеллект, это коммуникация. Это вот основные ведущие как бы soft skills. И про практический опыт. Дети очень часто не представляют себе, что такое практическая деятельность. Родители всячески их ограждают от этого. Почему-то считается, что как бы вот какая-то трудовая деятельность до окончания школы почему-то не приветствуется, хотя это очень важно. Раньше у нас были системы УПК, какой-то общественно полезный труд, к сожалению, в школах сейчас это ушло, и дети не умеют взаимодействовать именно в трудовом процессе, они не представляют, как это. А, соответственно, любые способности, они проявляются только в практической деятельности. Соответственно, чем больше будет возможность у ребенка как-то практически что-то испробовать любую профессию, да, в различных направлениях, тем лучше у них сформируется готовность и понимание того, что же им на самом деле нравится, что же им на самом деле хочется. И вот здесь как раз тоже очень важно донести это до родителей, вот это понимание важности практического опыта в трудовой деятельности. И теперь давайте поговорим о принятии решений. Да, мы говорили о том, что самореализация предполагает самостоятельность. И когда ребенок принимает решение о выборе профессиональной деятельности, оно должно быть самостоятельным, осознанным и ответственным. Без этого не получается. Вот такое триединство. Но, к сожалению, родители очень часто не готовы к тому, чтобы ребенок принял самостоятельное решение. Но при этом, понимаете, оно не будет осознанным, но при этом не хотят, чтобы ребенок ответственно подходил к вопросу продолжения образования. Ну, о какой мы можем говорить ответственности, если нет самостоятельности и осознанности? Очень часто ко мне приходят родители, приводят ребенка на консультацию и говорят: вы знаете, вот сориентируйте ее, пожалуйста, ну, дочку, например, на профессию врача, потому что мы уже 2 года занимаемся с репетиторами по химии и биологии, и вот надо, чтобы она поступала в медицинский институт. Вот такие просьбы меня иногда повергают в шок, потому что, ну как так? Где же мы здесь говорим о самостоятельном решении, и как я могу уговорить ребенка идти в медицинский институт, если ребенку это не нравится? Только потому, что ребенок занимается с репетиторами, потому что мама видит своего ребенка врачом, ну, это немножечко нелогично, и ребенок никогда не будет учиться, то есть у него не будет ответственного отношения к учебе, потому что это не его решение, это то решение, которое он не принимал, а приняли за него. А человек привержен только тому, что он делает сам, только к тем решениям, как бы у него есть стремление принимать те решения, нести ответственность, да, и принимать осознанно, которые он выбирает самостоятельно. Это, опять-таки, очень важно понять. И когда мы говорим о том, как принимать решения, то что делает подросток? То есть подросток выступает сам в качестве субъекта выбора своего будущего и в качестве активного и заинтересованного его деятеля. То есть ему должно быть это интересно.
И здесь не как в школе, что кем ты хочешь быть, он сразу должен выпалить космонавтом. Нет, это процесс долгий. Это, понимаете, ребенок должен подумать, должен поисследовать, изучать какую-то информацию, должен в конце концов попробовать. Опять-таки, необходимо опираться на интересы, а интересы могут меняться. И поэтому здесь ждать 7-минутного ответа нельзя. Когда ребенок думает, размышляет, получает какую-то информацию, он выдвигает некие за и против, и при этом он имеет право на ошибку, потому что нет вины в учебе, да, есть обратная связь. И эту обратную связь как раз дает родителей. Каким образом он дает эту обратную связь? Тем, что он задает вопросы. Он создает необходимые условия для того, чтобы повысить заинтересованность ребенка в том, чтобы получать как можно больше информации, которая касается различных сфер деятельности. Он создает необходимые условия, чтобы ребенок мог себя проявить, чтобы мог развить, как бы, проявить себя, как бы, свои творческие начала, и для того, чтобы сформировать необходимые навыки. Да, Оксана Юрьевна, я обязательно повторю в конце основные практические компетенции. Хорошо. И что в этой ситуации важно? Как я начинаю работать с родителями, с тем, чтобы вот убедить их в необходимости осознания того, что ребенок должен принимать самостоятельные решения, а не родители должны фактически за него решать. Вот в этом мне очень помогают 5 принципов коучинга. На наших семинарах, на наших тренингах как раз мы начинаем именно с этих 5 принципов, которые мы очень активно рассматриваем, с разных сторон изучаем. И фактически я родителей прошу, вот знаете, это как в геометрии аксиома. Это даже не теорема, которую нужно доказывать. Это аксиома, которую нужно принять и которыми просто нужно руководствоваться в жизни. И самая главная аксиома для вас – это принимать человека таким, какой он есть. Потому что очень часто у родителей происходит эффект наложения, то есть они считают, что вот я такой, и ребенок мой тоже должен быть таким. И их почему-то повергает в недоумение, если вдруг ребенок какой-то не такой, или как-то у него свое мнение, или он думает не так. И, соответственно, вот все остальные принципы точно так же мы обсуждаем, прорабатываем, и когда родители их принимают для себя, им становится намного легче. И теперь, когда мы переходим как бы про процесс выбора, вот опять такое же триединство. То есть, когда нет возможности выбора, то нет ответственности. Соответственно, когда нет свободы, то не может быть выбора. То есть, точно так же, как тот же треугольник про решение. То есть, выбор должен быть обязательно свободным, и только тогда он будет ответственным. То есть, если ребенок делает свой выбор, он несет за него ответственность. Даже если он вдруг ошибся, даже если он сделал неправильный выбор, у него есть возможность для маневра, да, и при этом он не будет винить кого-то, что как бы кто-то виноват, и кто-то его отправил учиться на инженера вместо того, а он хотел пойти учиться на актера. Если вдруг он не проработал свой выбор, да, то есть, как бы, может быть, было неосознанное решение принято, то ответственность за этот выбор все равно будет лежать на нем. И винить, там, скажем, тех же самых родителей, что-то они за него решили, куда-то там засунули в тот вуз, которому ему не нравится, у него уже как бы не будет повода. И он уже будет сам думать, а что ему в этой ситуации делать. Поэтому здесь очень важно как раз, что выбор должен быть свободным, и только тогда он будет ответственным. И в конце, потому что у нас уже вот остается как раз 4 минуточки, какие основные, скажем, советы можно дать как бы вот сейчас, на начальном этапе, когда вы как раз становитесь, когда как раз перед вами стоит задача помочь своим подросткам именно в самоопределении. То есть, прежде всего, это принимать ребенка таким, какой он сейчас. Даже если, когда он был помладше, он был вам более удобен, он был более послушным, но, опять-таки, один из принципов коучинга – изменения неизбежны. Соответственно,
И ребенок тоже меняется, вместе с ребенком меняются и взаимоотношения с ними. Если, опять-таки, очень важно пересмотреть свои требования к оценкам и достижениям подростка. Но при этом очень важно мониторить его учебу, то есть не отдавать ему сразу все вот на откуп. Очень часто позиция родителей такова, что ага, вот ты. Ты вдруг стал взрослым, родители решают, что ребенок вдруг стал взрослым, тебе 14 лет, ты взрослый, они начинают с него требовать, они начинают ему доверять самостоятельно, как бы доверять больше самостоятельности, начинают больше с него спрашивать. Но здесь другой момент, а если ребенок в этот момент не готов, если вы решили, что ваш ребенок вдруг взрослый, ответственный, самостоятельный, но он-то этого еще не знает, и здесь как раз очень важно понимать, что ребенок должен быть готов быть ответственным. И вот эта самостоятельность, которую, как бы, которая необходима, ее тоже нужно воспитывать, ее тоже нужно сформировать. И это делается не за один день, не за неделю, даже не за месяц. Это достаточно долгий, кропотливый процесс. Что очень важно в подростковом возрасте? Отказаться от директивного общения. Если вы постоянно говорите ребенку, что и как делать, он никогда не станет самостоятельным. Поэтому важно постепенно вручать ребенку больше прав и обязанностей, общаться с ним на равных, то есть проявлять к нему уважение и включать его в дела как бы взрослых членов семьи. Очень важно, как раз об этом говорила Наталья Суслова, говорить, научиться слушать и слышать своего ребенка. Тем более это касается подростков, потому что, становясь подростками, дети становятся более закрытыми. И достучаться до них иногда очень сложно, поэтому очень важно в этом отношении научиться их услышать. Даже услышать то, что они иногда вам не могут сказать. Опять-таки избегать оценочных суждений. То есть, как это можно сделать? Не сравнивать его успехи и неуспехи с достижениями сверстников и не критиковать его круг общения. Потому что, критикуя его друзей, ребенок воспринимает, что критикуете вы его самого. Задавать как можно больше открытых вопросов, что будет стимулировать его осознанность, всегда верить в него и быть на его как бы стороне в отношениях с миром, быть человеком, к которому можно обратиться за помощью, с которого можно взять пример, и при этом очень важно для того, чтобы ребенок мог к вам обращаться за помощью, сохранять доверие семье и сохранять теплоту отношений. Вот это те основные первоначальные, скажем, советы, которые я вам могу дать вот за полчаса моего короткого выступления. А более, конечно, подробную программу, как бы более подробную проработку вот этих моментов происходит на наших тренингах детской академии успеха, как раз на тренингах для родителей. Поэтому, если кому-то это интересно, то, пожалуйста, приходите и участвуйте. Да, Наташ, я вижу, что у меня заканчивается время. Единственное, что я повторю, основные практические компетенции для рынка труда. Это критическое мышление, это решение проблем, это творчество, это коммуникация и эмоциональный интеллект. Спасибо вам большое за внимание, очень было приятно. Спасибо вам за обратную связь, что вы меня поддерживали и откликались. Спасибо большое.